Итак, друзья, приступаем к сборке трактора Кировец со шнекоротором, с передним отвалом. Это у нас трактор собирается для нефтяников. Вот они трактор привезли, на базе их тракторов собираем уже новый трактор, можно так сказать. Передний мост уже повесили, вернее, ну тут, скорее всего, не знаю, перед или зад будет. Скорее всего, будет, наверное, в основном работать шнекоротором. Скорее всего, это будет зад. Это еще как бы за качество нужно будет согласовать. Мосты у нас, что передний, что задний, оба мостов усилены. Полной заменой конической пары. Реставрация под новый. По гидроцилиндрам сразу вот он в глаза вам бросился наверняка. Можно сказать, что новый вариант. То есть здесь у нас реставрация была, замена штока, так как у старого уже хром стерся. Замена гильзы, замена поршня, новый ремкомплект. Ну и также ушко приварили новое. Крышки, шпильки, все свое родное. То же самое будет и на гидроцилиндры подъема. Пальцы, это все у нас новые. Тут мы все растачивали под пальцы, втулили. И тут все то же самое. То же самое и с осью на 10. Все тоже растачивали, втулили. Тоже много раз вот вам показывал на этом станке это все дело проводим. Вот как раз на примере данной рамы. Вот так вот все растачивается на данном станке. Изготавливаем втулки, токарки, втулим. То же самое и под пальцы 0,12. Изготовили новые проставки. Тут у нас уже как раз рама подготавливается, усиливается под передний отвал. То же самое, как и данная рама. То есть вот она уже на стадии готовности, а это уже вариант готовой рамы. Передок мы усиливаем. Тут у нас будет устанавливаться кронштейн подъема гидроцилиндра. Поэтому данную часть приходится усиливать. Ну и вот тут уже готовим кронштейны под шнекоротор. Нужно будет тут заднюю часть переделать, так как кардан будет упираться сюда. В общем, подписывайтесь на канал и следите, как все будет. Задняя полурама у нас тоже усиленная. Усиление у нас по бокам идут щеки вот такие, усилители. Снутри уголки усиленные. И вот так вот все у нас получается. Этот мост то же самое, что и тот мост. Полный капитальный ремонт. На все мосты мы даем гарантию. Также даем гарантию на коробку, на двигатель. Гарантия полгода как бы для испытания. Этого срока достаточно. Многие говорят, мало, полгода как бы. Но если он будет ломаться, он будет ломаться сразу же первые 2-3 месяца эксплуатации, поэтому полгода достаточно. Ну и также обменный фонд у нас есть, можно будет просто привезти свой мост и уже забрать готовый, отремонтированный. Это тоже имейте в виду, кому нужны мосты, привозите свои, забирайте готовые, либо привозите на ремонт. Также можно отдельно и редуктора привезти, сами уже смотрите, либо на обмен, либо под ремонт. Ремонт у нас мостов хороший, как бы. В основном многие привозят из Саратовской области, из Самарской области. Нравится им наш ремонт. Ну, на этом, друзья, короткий ролик я завершаю. В следующем ролике уже расскажу про данный трактор. И загнали мы тесик. Тоже все расскажу в следующем ролике. Давайте всем пока-пока. Ждите новые видосики. В этот раз длинное видео не стал делать, потому что по статистике я посмотрел, видео до конца все не досматривают. Как раз таки первые пики просмотра 4-5 минут,
Видимо, да, на самом деле, как бы, полчаса времени уделить просмотру видео. Все мы заняты, не всегда хватает, а так в промежутках, когда есть свободное время, это бывает порядка 5 минут, как раз таки нормально все. Этого времени, я думаю, будет достаточно. Ладно, всем пока. И я для вас буду пилить следующий контент.